Ну что, прямая трансляция с магазина Бижурум, торговый центр «Охотный ряд». Лапуль, поздоровайся с моими подписчиками. Привет. Вы смотрите, у нас тут сколько гостей наших любимых. Привет, поздоровайтесь с моими подписчиками. Привет. Слушайте, сколько... Вау! Слушайте, как приятно молодых людей. Скажите, можно провести соцопрос? Вот интересно, вы пришли с девушкой, да? Да, с девушкой. Вы пришли ей купить украшения, конечно. Да? Надеюсь, что вы летим. Вот, понимаете, как надо, а вот еще молодые люди, а вот вы зачем пришли, скажите, такой пожалуйста. Же цель, с такой же, конечно. А вы тоже с девушкой? Да, да, вот она. Вот она. Слушайте, а вы где ваша девушка? Вот. Слушайте, правда? Вы так мило, такие хорошие. Вы тоже с девушкой пришли? Нет. А вы один? А вы просто так? Сфоткаться. Ну, чисто нормально. Ну, видите, у нас как здесь уютно. Вот Серега стоит. Привет, поздоровайся со всеми. Он тут охраняет нас, мало ли что. Так что смотрите, у нас какие маленькие юные покупательницы. Расскажи, что ты купила, что тебе мама купила. Покажи. Ну, покажи, даже там. Что это? Это что такое? Ой, это такой же... Ой, и заколочка упала. Это же вот такую заколочку мы взяли, да? А это что? Это обруч. Помаши ручкой всем. Держи. Ты знаешь, какой завтра праздник? Не знаю, да. Знаешь? Стефани. Стефани. Ну, в общем, у нас тут все серьезно. Серьезно? Такая сладкая. А вы же к нам приходите, да? Нет, первый раз. Очень приятно. Ну, в общем, у нас тут все очень серьезно. Такие жвачечки всем раздаем покупателям. Love is. Делаем подарки. И ждем всех. Да, торговый центр «Охотный ряд». Где средний уровень рядом с 7-м континентом. Да. Магазин «Бижурум». А, кстати, можно буквально 5 минут. Совсем забыла сказать. На мне платье из коллекции, угадайте, какой? Ольга. Правильно. Сережка упала. Ой, сережка упала. Ладно. Видите, как все, вот нервничаю я. Сейчас. В общем, платье из моей коллекции. Все, всех люблю, всем пока.